Смотрим. Причем у нас единственный отель на острове. Находимся сейчас в Камино, называется это местечко у нас. Очень красивое место, очень красивый остров. В принципе, на самом острове как бы ничего нет, просто здесь красивые вот эти виды и само Средиземное море и пляжи. Точнее, пляжики, потому что они маленькие, небольшие такие. Вот, ну и я так думаю, что отельчик здесь тоже будет, конечно, не из дешевых. Но так, для информации, будем знать хотя бы, что как. Вдруг кто-то приедет именно сюда, потому что реально здесь, мне здесь больше нравится, чем на, ну, на Мальте, естественно, больше движения, все там прекрасно, все хорошо, но таких красивых видов там точно нет. Ну да, но он просто единственный, поэтому ему все равно, звездный или не звездный. How much does it cost the room for 2 persons per night? The sea view room is 43 euros per person on half board basis. How much? 43 euros. That's very cheap. That's such a cheap deal. Okay, and it's also half board included? По интернету скажу, можно? It's possible to book on the online? Yes. On internet? Yes. А здесь в номерах интернет есть, спроси. Do you have internet in the rooms or like access or? It's 3 euros for 90 minutes, 6 euros for one day. One day. Okay. Thank you. Okay. But, and it's possible to use in the room or just here? In the lobby and in some of the rooms as well. Okay. Okay. Thank you very much. Welcome. Thank you. Больше получается дешево. Как дешево? Относительно 43 евро на двух человек и еще халфборд. Что такое халфборд? Еда 2 раза в день. Да ты че? Да. Я предлагаю здесь тогда остаться. Ну 6 евро интернет. Просто меня тошнит от этого парома. Ну да, меня тоже тошнит. Мне классно, нормально. Смотри, тут красивое море. То есть, если мы хотим сюда завтра попасть, нам надо, значит, что нам надо, получается? Получается, нам надо опять на этой лодке ехать, правильно? Да. Вот, но на этой лодке мы не поедем. Можно не только на этой лодке ехать. Подожди, может это на одну персону 43 евро? Нет, на два. Точно? Да. Мне почему-то показалось на одно. Ну ладно. Да. Ага. Друзья, в общем, вот такие вот здесь цены. На самом деле, если вот, как бы только что слышали, эта цена как бы недорогая получается, потому что здесь за 40, я, правда, сам номер не видел. Да, отель, естественно, не самый, понятное дело, не фонтан, как говорится, да, обычный фонтан, ой, обычный отель, но за 43 евро это здесь нормальная цена. Конечно, здесь можно снять и за 20 евро, но за 20 евро это такой ужас. Можно и за 30 евро снять, но просто можно также снять. We'll go far, you know. You take picture. Why not? The best. TV. TV. You go. You have to go around. Okay. Because there is bad. If you can but go from here. But it's possible. Yes. Oh yes, okay. Yes. No problem. Thank okay. you. Thank you very much. Good luck. Слушай, а может у них спросить, здесь жилье есть? Тут жилья нет. Ну спроси у этого профессора. Так, это жилье нет. А спроси, кроме отеля, можно снять вообще жилье? Интересно, может, что-то скажете? Do you know, it's only hotel on this island? Yes, only hotel this one. And no houses? No, no houses, nothing. Only the hotel. There, снять, может, кто-то вот. Where? Up there, there is a... Yes, on this island, community. This island, this one, the hotel. No houses. No. Houses up there. Up there. It's снять possible можно, to rent the house? No, or? No. It's only here. Okay. They have a bungalows, the other side. The other side. But, okay. but the same bungalows company. The same, you know? Okay. Okay. Thank you very much. Thank you. Thank you. Так, видишь, бунгало. В стране, но это бунгало принадлежит этому отелю. Ага, тоже ему принадлежит. Понятно все. И вот здесь движухи у нас. В общем, я так думаю, что мы переберемся все-таки в этот отель. Какая разница, там или здесь?
большая разница. Поэтому мы сюда переберемся. Ну, посмотрим еще, конечно. Друзья, в общем, вот такая вот информация. Находимся на острове. Как Капито? Как? Камино. Камино. На острове Камино. Здесь очень красивые места. Я вам сейчас их буду потихоньку записывать. Дело в том, что я хочу много тратить батареи. У меня ее немного. Поэтому буду записывать по чуть-чуть. Но насчет отелей, как вы поняли, насчет недвижимости, здесь ситуация такая, которую вы только что слышали. Пока все. Смотрите Анзор ТВ. Двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию. Находимся на Мальте, если так, в общем, брать. Боже, не смейся.